Привет. О, привет. Да. Слушай, я тут подумал, ты вещи уже распаковал? Нет, кстати, блин, вещи, точно, я забыл просто вещи. Просто мне только что звонил мой друг Санчоус. Да, Санчоус звонил, да. И он сказал то, что он срочно ждет нас. Поэтому да. Давай быстрее закончим и побежим. Или ладно, побежали. Да. Вы здесь, да? Всем привет, с вами Зигзай и... Да, и с вами Залипо. И сегодня мы пойдем сейчас к нашему другу Санчоусу. Побежали к нему. Да, побежали к нему. Стой! О! Что это такое? Я не знаю. В предыдущем раз это не было, когда мы тут были? Да, дырки не было. Блин. Да. Ну пошли Санчоуса, может он что-то про это знает. Может это как-то связано с Санчоусом? Может да. Поэтому он звонил? Стой, подожди, мне интересно, а как живет его сосед? Какой сосед? Да ладно, как обычно живет. Давайте пошли. Санчоус. Ну, Санчоус хорошо живет, мне вот это нравится. О, привет, Санчоус, привет. А как так, он сразу тут? Привет, ты что-нибудь про это знаешь? Санчоус, он завис, у него часто такое. Да. Сейчас, давайте подождем. Не знаешь? Ну, ладно. А, он не знает. А у тебя хотя бы вода есть? Вода, кстати, да. Да, у него есть вода, давайте, пошли сейчас. Давайте спустимся, кстати, ребят, посмотрим, что это за штука такая прикольная. Да, там что-то, по-моему, было. Внизу, видишь, светится. Давайте разлейте воду. А вдруг это подземная шахта, будем там веселиться. Я поплыл. Все, вы спустились? Да. А, хорошо. Вау! Ребят, да, я падаю. Быстрей, пацаны! Подождите меня, ребят, пацаны, я спускаюсь. Тут подходу подземный мир. Да, ребят! Жесть! Ребят, он вообще крутой, большой. Ребят. Охренеть. Откуда он взялся, ребята? Тут же вопрос. Давайте дома проверим. Ой, тут дом, две кровати, чит, книги старые. Да это, походу, подземная деревня, Боже, ребята. Боже, все в паутине, как так? Вообще что себе? Произошло с этой деревней? Что, Санчоус, что? Что там? Я нашел сундук какой-то. Ребят. Подожди, Санчоус что-то сказал. Тут ничего нету. Санчоус что-то сказал. Тут дверь в паутине. Да, нужно... Наверняка там что-то интересное. Давай я помогу. Да, давайте, сломайте это. Да, мы сломали. Все! Вы все сломали, все. Да. О, смотрите, сундук какой-то. Что там? Там ничего нету. Как так? То есть опять ничего интересного. А под кроватями давайте смотреть. Под кроватями тоже ничего нет. Меня бьют. Ну что? Ладно, пошлите куда-нибудь еще. Что? Что ты сказал? Ничего. Ребят, а вы задумывались, как мы отсюда выберемся? По воде. Стой, я лаву вижу. Это кузница. Го в кузницу. Тут еще пещера, продолжение похоже. Жесть, я никогда не... Ты даже... Скажи честно, Санчоус, ты хотя бы осознавал, что рядом с тобой... Может... А давайте прощаться. Зигзай, подписывайтесь с тобой канал, ставьте лайки. Что он нашел в следующей серии.